без него никак, Миша, он проявляется, как-то что-то реагирует, там бесится, ему это неприятно, он типа такой, как это так? Это получается, типа, если ты говоришь, что ты где-то умеешь, что ты хочешь к нему вернуться, получается. Или я не прав? Если я буду вывод сделать из твоих слов, то, грубо говоря, получается так. Знаешь, как, у меня к нему симпатия была, а он как бы к этому относился так. А я как бы что-то старалась, я делала, и он раз мне предал, и сейчас предал второй раз. Это не измена, но все равно это